Привет всем! С вами Бетти. В этом видео я расскажу, как клонировать одежду с почты. Я уже на почте, так что начнем. Берем нужную нам одежду. Потом берем персонажей с креатора персонажей. Переодеваем их. Дальше идем в Creator. Находим переодетых персонажей. Я для надежности что-нибудь им меняю. Дальше выходим. И вот у нас уже по 2 экземпляра одежды. Так можно клонировать всю одежду с почты. Также эта схема работает и на свалке. Этой одежды нет в креаторе, поэтому удвоить ее можно данным способом. Жаль только, что количество персонажей ограничено. И еще важный момент, если обнулить игру, то останется только экземпляр на персонаже и экземпляр на почте, если вы больше 2 раз ее клонировали. На этом сегодня все. Пользуйтесь лайфхаком и до встречи в Токи!